Добрый день, ребята! Продолжаем нашу рубрику «Вопрос-ответ». Сегодня речь пойдет об очень интересной системе, которую производит у нас Алтайский завод прецензионных пар АЗПИ. Недавно столкнулся с таким устройством, как двигатель ЯМЗ-536 на МАЗ Простор, на котором установлен электронный блок управления двигателем МД-22 производства «Автодизель». Но удивило не это. Удивило то, что на этой машине полностью стоят АЗПИшные устройства в плане форсунок и ТНВД. Так вот, оказывается, то, что установлено в виде форсунок, вот эти изделия АЗПИ, они тестируются по тест-плану бошевской топливной форсунки, 178 номер, сейчас покажу. АЗПИшная форсунка А04, 022, 02, 1222, АЗПИ. Испытание этой же самой форсунки по тест-плану бошевского изделия, бошевской форсунки 04, 45, 120, 178. Вот данные, видите? И меня в этом случае расстраивает, что по бошевскому тест-плану проходит очень большая разница между наливом, достаточно небольшим, и достаточно большим сливом в обратку. Если вспомнить законы физики, то при нагреве жидкость становится наиболее текучей и теряет свою плотность. Да? Что и происходит на этих топливных форсунках, ну, по крайней мере, на данном автомобиле. То есть машина на холодную работает хорошо, когда нагревается, начинается сбой. Машина встает в аварийный режим. Вынуждены были снять форсунки, отвезти в одну дизельную мастерскую. Там тупо поставили, прогнали по бошевскому тест-плану 178 форсунки. Для некоторых дизелистов же галочки, главное, чтобы в тест-планах стояли. Увидели, что галочки зеленые, все отдали, говорят, все хорошо, милый, ставь на место. Другой попался наиболее трезвый дизелист. Он посмотрел, говорит, да, ребят, проходит все по краю тест-плана, очень большой слив в обратку. И он понял, что да, дизельное топливо, когда нагревается, это, кстати, редкий случай, когда дизелисты такие попадаются, дизельное топливо, когда нагревается, существует течь. Сказал следующее, что да, тестируется по плану бошевской форсунки 178, что меня лично удивляет. Вот. Но предположил сделать следующее, что, наверное, вы купите старенькие какие-нибудь 178 форсунки бошевские, я их переберу, ну, я не знаю, как это расценивать, да, правильно он поступил, неправильно, я их переберу, настрою, и все будет хорошо. Отсюда вопрос. А вообще, вот, ну, вопрос к дизелистам, да, у нас же много дизелистов, есть люди, которые меня смотрят. Отсюда вопрос к дизелистам, а вообще-то эти форсунки АЗПИшные, именно этот номер вот этой форсунки, можно тестировать по бошевскому тест-плану 178 форсунки? Не вводит ли это в заблуждение? Ну и посмотрите, пожалуйста, видео от моего подписчика по поводу компании Каджали. Ну вот, любезный Каджали, диагностов отключил от своих серверов, а запчасти продолжает поставлять, причем в неимоверном количестве. То есть я вот с ребятами поговорил в магазине, они говорят, очень много запчастей стало Каджали. Ну, если у них такие принципы, я думаю, что, наверное, надо и запчасти прекратить в Россию поставлять. Вот. Так что совет им такой. Уж если боретесь с Россией, с варварской, развязав сами войну под эгидой США с Украиной, и теперь делают нам всякие сюрпризы, типа отключения от серверов диагностических, а запчасти продолжают поставлять. Ну что, зашибись, молодцы ребята. Прям вот уважуха им и респект. Ну, конечно же, компания Каджали, основной бизнес – это выпуск запасных частей. Кстати, еще до военных действий на Украине эти запасные части по качеству
были, занимали предпоследнее место. Дальше только китайские запчасти, которые еще дешевле и еще хуже. Вот, поэтому особо, конечно, Каджали качеством не блистало. И вот скажите мне, да, раз у нас рубрика «Вопрос-ответ». Товарищи из компании, точнее не товарищи, вы нам далеко уже не товарищи, сотрудники компании Каджали. Что, нельзя сделать так, чтобы ваши запчасти не поступали в Россию? Да можно, но не нужно. Потому что если вы этим занялись всерьез, ну как же так? С санкцией же 11-й пакет, правда ведь? Вы же там по поводу диагностики Джалтест написали, что у нас санкции и так далее и тому подобное, что вы русские, на этом простом основании вы ничего не получите. То есть такая дискриминация по расовому признаку. Фашизм. То вот запчасти вы будете поставлять по одной простой причине. Если ваш завод прекратит поставлять запчасти на огромную территорию Российской Федерации, вы сильно потеряете в деньгах. Возможно, часть своих сотрудников вам придется уволить. Почему большой объем запчастей поставляется на Россию? Да потому что Россия нахапала всякого говна европейского за 30 лет, гей-европейского за 30 лет, который идет сюда на вторичку. И дальше эти машины нужно ремонтировать после вас же, европейцев, потому что у вас там еще худшие специалисты, чем у нас. То есть у вас там работает полный пном-пень, потому как даже концепция ремонта этих автомобилей, она выглядит совершенно по-другому. Если у нас машины действительно ремонтируются, то у вас просто замена агрегатов и узлов. Если у нас слесарь имеет знания, обширные знания по автомобилям, то у вас слесарь имеет знания только по отдельной какой-то тематике, потому что получить обширные знания за границей – это очень дорого. Отсюда у вас полный пном-пень, а у нас люди рукастые и головастые. Так вот вопрос к сотрудникам компании Каджали. А что же вы тогда не закрыли свой заводик по изготовлению запасных частей? Или не постарались отследить эти партии, куда они идут, через как они идут? Я не удивлюсь, если они идут через ваших же дистрибьюторов, которые прикормлены. То есть это такой гейропейский метод. Сделать вид, что вы сделали вид. На самом деле стратегия управления производствами, стратегия продажами, она вся заключается во вранье. С целью наживы. Вот и все. Ну тогда у меня второй вопрос. А чё ж вы не уволите Евгения Кубарака? Он же русский. Он некогда сбежал с Украины. Сбежал. Сделал здесь фиктивное или дефективное гражданство, я не знаю. С женщиной российского подданства. И имеет российский паспорт гражданский. Что ж вы его не уволите? Он же у вас селс-директор. Он же русский. Но если принципиально подходить к этому вопросу, давайте увольняйте Кубрака. А чё? Ведь вы же боретесь за санкции, правда ведь? Ну, конечно же можно сказать, что эти запчасти идут через Турцию, через Иран, через бог знает каких дилеров, не напрямую, потому что нам напрямую нельзя поставлять все это барахло. Да знаете что, лапшу по ушам вы можете вешать кому угодно и сколько хотите. Только в век электроники любую партию посредством штрих-кода можно проследить и запретить ее к поставкам на Россию. Она же идет в фирменной вашей упаковке, правда ведь? Можно создать... Да что я вам объясняю? Способов куча. Куча. Как это сделать так, чтобы это все на таможне разворачивали взад? Только это не в ваших интересах. Потому что если сократить поставки на Россию, а Россия это одна из самых больших стран, которая нахапала когда-то этого всего гейропейского дерьма за 30 лет, я имею в виду машины на вторичке, которые шли из гейропы. И теперь их надо ремонтировать. Так если запретить поставки однозначно, а вы же знаете, как это все покупается, куда это идет и через кого это продается, то ваш заводик надо прикрывать будет, увольнять сотрудников, а этого делать не будете. Потому что если уволить сотрудников, вы будете, что называется, сосать леденец, и все хором идти дружно по одному эротическому адресу. Поэтому вам проще было отчитаться, закрыв сервера для российских пользователей Джалтеста, и отчитаться перед вашими хозяевами о том, что вы это сделали.
Как противно быть шестерками, правда же? Лизать чьи-то ботинки. Фу, какая мерзость. Вся ваша гейропа сплошь пропитана враньем и лестью. Вы и живете вот во вранье. Вранье это что? Вранье это признак служения сатаны. Вы служите сатане по сути своей и по содержанию. Ибо Господь Бог создал человека для того, чтобы он познавал мир, чтобы он жил в мире со всеми, чтобы он радовался жизни, чтобы он совершенствовался в этом мире. А вы поклонники сатаны, вы готовы делать любые подлости или воевать на любой территории, лишь бы обогащаться. Это не что иное, как сатанизм. Еще больший фашизм поставлять на Украину боеприпасы, танки, пушки и так далее. Кто из нас нарушает какое законодательство? Вы первые начали поставлять кассетные снаряды на Украину. Для чего? Для истребления славян? Почему вам славяне мешают? Мы и так догадываемся. Кстати, украинцы это те же славяне, а никакие не древние укры. Почему вы боитесь так славян? Мы понимаем, потому что это единственная в мире нация, которая объединила под собой все народы, грузины, армяне, осетины, дагестанцы, азербайджанцы, всех. Все жили в одной огромной стране. Страна была великой державой. И вы обосрались, не побоюсь этого слова. И поэтому решили истребить славян при помощи сталкивания их друг с другом. Помните, как сказал Василий Маргелов, неважно, какой у нас разрез глаз или какой цвет кожи, пигментация кожи. Для них мы все русские. Вот отсюда и делайте выводы. А сейчас на территории Украины, за Украину, воюют и поляки, наемники, и немцы, наемники, и так далее, и тому подобное. Кто тут фашист? А? Мало вам вставили наши деды. И вот эта вот встреча потом с американцами, когда Покрышкин сбил там американский самолет, она тоже была не случайно. Американцы решили попробовать нас на ощупь, какие мы. А потом сделали вид, что ой-ой, да мы ошиблись, знаете, там, когда им влепили так, что они обосрались. Так они и сейчас это понимают, что с русскими путем оружия бороться бесполезно. Поэтому они нас и сталкивают. Армян с русскими, грузин с русскими, украинцев и так далее. Цель-то одна – истребить всех. Потому как земли у нас богатейшие, потому как народ у нас талантливый. А вы как были шестерками у наглосаксов или у евреев, так и останетесь шестерками у еврейских банкиров, прыгая как собачки на задних лапах. Ведь посмотрите на то же СВО. Нигде, ни в одной стране мира такого нет, чтобы свой народ помогал своим воинам. Помогал любыми методами, собирая деньги на вооружение, делая что-то, маскировочные сетки там, или шить обмундирование и посылать это все на фронт, кормить собственных военнослужащих. Ведь нигде, ни в одном народе такого нет, только у русских. И ведь нигде народы так не объединяются перед лицом опасности, только у русских. Ведь и сейчас вместе с нами, славянами, воюют украинцы. Даже украинцы воюют против же вас, бандеровцев. Грузины воюют, осетины, азербайджанцы, армяне. Да все воюют, потому что все мы братья. Как бы вы нас не хотели разъединить, у вас нифига это не получится. Вы хотели настроить белорусов против нас, не получилось, потому что белорусы давным-давно живут нормальной жизнью. И вашу вот эту вот гейропейскую теорию они не поддерживают. Это единственное благоприятное место во всей фактически Европе, где люди занимаются делом, где люди созидают, занимаются животноводством, сельским хозяйством, где президента, жители Белоруссии зовут батька. Ни в одной стране мира этого нет, только в Белоруссии. Поэтому шиш вы получите, а не русских. Все равно правда будет за нами.